Порядка 30 работников подразделений Брестского областного управления департамента охраны МВД были приглашены на торжественную церемонию награждения по итогам областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Инспектор-инженер, специалист по охране труда, работник кадровой службы и даже водитель автомобиля. Номинации, которые были представлены на конкурсе, показывают, что конечный итог в деле охраны правопорядка зависит от мастерства каждого сотрудника ведомства. Одна из таких профессионалов – Татьяна Шпаковская, ведущий специалист Московского отдела охраны группы договорной работы. Татьяна Михайловна на протяжении 10 лет безукоризненно выполняет свою работу, а именно заключает договоры по оказанию охранных услуг. Несмотря на это, новость о победе в конкурсе стала для нее полной неожиданностью. Для меня это был большой сюрприз, и я была очень удивлена. Это заслуга Московского отдела охраны, всего коллектива, благодаря слаженной работе, благодаря руководству Московского отдела охраны. И, конечно же, оказанию доверия со стороны областного управления департамента охраны. У каждого из награжденных был свой путь к победе. И хорошая специальная подготовка сыграла в этом плане не последнюю роль. Иначе и быть не может. Служба обязывает представителей этого ведомства быть всегда начеку и принимать правильные решения в самых разных, зачастую экстремальных ситуациях. Владение табельным оружием, предотвращение краж сохраняемых объектов, наконец, задержание правонарушителей, грабителей и хулиганов. Сфера деятельности работника ведомства связана с риском и опасностью. Хорошим стимулом для постоянного профессионального роста, повышения необходимых для работы качеств являются различные соревнования и конкурсы. Среди них особое место занимает лучший по профессии. Люди знают, люди борются, люди пытаются быть лучшими в своих по своим направлениям служебной деятельности. Мы их отмечаем, размещаем их на нашей доске почета, и поэтому они стремятся, от этого зависит качество предоставляемых услуг, уровень предоставляемых услуг, и поэтому мы развиваемся и благодаря этому идем дальше. Хотелось бы поблагодарить Брестское областное управление департамента охраны за оказанное доверие, честь, предоставленную нам, то, что мы стали лучшими по профессии. Поблагодарить всех присутствующих в зале, поздравить их с такими достижениями в служебной деятельности, пожелать им крепкого здоровья, благополучных успехов в нашем нелегком деле. Обращаясь к личному составу департамента, начальник ведомства Олег Самосюк обратил внимание на профессионализм каждого из присутствующих, поблагодарил их за хорошие результаты оперативной работы, вручил дипломы и ценные подарки. Охрана никогда не спит, а это значит, что мирные жители могут быть спокойны. В городе над Бугом на постах и маршрутах патрулирования работники и сотрудники департамента охраны добросовестно исполняют свои служебные обязанности. Редактор